А у нас есть ребята, которые исполняют музыкальную композицию из этого мультфильма. «Розовая пантера» исполняет лауреаты зонального конкурса ансамблей «Смол Кавитя» генерала Ваяна, преподаватель Шлинков Евгений Геннадьевич, Беляева Елена Андреевна. Выпускник 1992 года, Шлинков Евгений Геннадьевич.
Дорогие земляки, уважаемые гости и дорогая любимая музыкалочка. Сегодня, наверное, разделить педагогов и учеников просто было бы невозможно. А еще мне хочется в этот юбилейный день к вам, дорогие ребята и педагоги, присоединить замечательных родителей. Потому что именно первые годы обучения в музыкальной школе, они всегда очень сложные и требуют большого терпения именно у родителей. И если вы стоите, вы, дорогие родители, значит, обязательно из ваших детей получатся замечательные, прекрасные, талантливые ребята, успехами которых сегодня калачинская земля по праву гордится. И, наверное, я могу очень долго говорить о каждом ребенке, потому что каждого из них я помню, как они росли, как они поднимались и творчески доставляли радость вам и всем жителям нашего города. И сегодняшний концерт юбилейный тому главная показательная черта. И в этот юбилейный день позвольте мне от имени главы и администрации калачинского городского поселения поздравить всех вас, дорогие любимые, с этим замечательным событием. Если в городе есть школы, есть театр, значит, это настоящий калачинский город. И от имени главы позвольте мне сегодня вручить почетные грамоты и денежные премии двум педагогам. Это Швенкову Евгению Геннадьевичу, человеку, для которого любовь к профессии, любовь к своему делу стала самым главным в его жизни. Он живет этой школой. И ребята, и его ученики дарят ему свою любовь, так же, как и он дарит эту любовь им. И я приглашаю его на сцену. Человека далекая счастливая звезда. Пусть ваши звезды так сияют, по крайней мере, лет до 100. И радость школу озаряет. Таланты будут в ней всегда. Давайте также искренно и страстно всю радость сердца детям отдавать. Ведь знаем, нет занятия прекрасней, чем музой в людях души пробуждать. И сейчас я хочу пригласить на сцену Елену Андреевну Беляеву. Хочу вам сегодня сказать, что школе калачинской музыкальной в очередной раз очень здорово повезло. У нее замечательный, превосходный директор школы. И еще она и замечательный, прекрасный педагог. И вот, посовещавшись с ней, мы очень долго перебирали те подарки, которые нам очень хотелось подарить нашей любимой школе. И он у нас очень необычный. Согласие главы. Мы сегодня, а подарок наш уже в школе, подарили нашей любимой калачинской музыкальной школе имени Петра Яновича Ковалевского просто стулья. Самый лучший, теплый, тонкий музыкальный инструмент – это человеческий голос. Потому что он, обладая особой энергетикой, глубоко волнует и заряжает слушателей одним эмоциональным настроением. Удивительно красивое, проникновенное пение способно вызвать чувство гордости, единения, величие и богатство души. Для вас звучит романс «Ночные светиты» в исполнении вокального дуэта Ирины Архарова и Лена Дмитриева. Концертмейстер выпускница 1990 года Татьяна Шестакова.